И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на фьордах. И сегодня мы пойдем томить самку и разводить наконец-то. Пытаться пробовать разводить гик. Но, как видите, это не все. Прилетел на базу, только смотрю. Просто тупо розовая овечка. Левел 15. Недолго думаю, сделал кекс. И да, вот теперь сидит у меня на базе. Почему именно здесь? Посмотрите, сколько у него хп. Просто какая-нибудь тварь заспавнится на базе и все. И экран-то бедолаги. Ой, наушники поправил. Так вот, сидит теперь у меня здесь. Срет в доме. Но это не беда. Также пробежался и... Ну, то есть на обратном пути там где-то нашел кавалерское копье и седло на остального Дрейка. Вот, седло-то мы оставим, а вот копьишко я решил не перемалывать, чтобы показать вам вот это. Обожаю их перемалывать, столько металла с них получаешь. Ху-ху, вообще просто красота. Такс. Если посмотреть вот сюда, то у нас, как видите, появился еще один гига. Гига простой. И 60-й левел всего лишь. Не, в целом то, что у меня... Ну, господи, я не могу привыкнуть к этим гигантам на моей базе. В целом то, что у меня запомнились такие гиги, это просто уму непостижимо. Просто, вот просто как? Как они заспавнились именно первыми, именно они? Не понимаю. Но это хорошо. Это хорошо, потому что мне придется меньше возиться с этой всей фигней. Ну, для ловли у меня все есть. Кроме, наверное. А что мне нужно-то для томления-то? Баранина же, да? Да, сырая баранина. Вот я тупить, конечно, да. И, кстати, огромное спасибо то, что пишите комментарии. И Аркер непрофессиональный пишет, что R-Дина имеет больше урона и меньше хп. X-Дина имеют больше хп, меньше урона. А также их существа имеют сопротивление урону. Кстати, тоже такая прикольная штука. Ну, а аберрантная Дина имеет защиту к радиации. Честно, я всегда думал, что аберрантная это просто тупо шкурка. Просто тупо как скин. Без шуток, я всегда так считал. Вот такой тупизм. Ну и Карась Жив пишет, что 5% больше урона у нее и 3% меньше хп. Ну, 5% урона для гиги? Это дохрена. Вот честно. Я считаю, что это дохрена. Вот. Ну, как бы, у каждого, как говорится, свое мнение. Вот. Ну, а мы летим. Мы летим. Я взял это. Мы летим. А че гиги-то пошел? Мы летим до... Да, на тебя полетим. До гигушки. Ну и вот та самая гигушка, которую я встречал, точнее мы с вами встречали, когда я томил богомола. Да, здесь должен быть 150 рекс, да, он до сих пор здесь тусуется. 95-й, 150-й, но рексы мне не нужны. Сами понимаете, если я буду с гигами тусоваться, то ну а для чего мне рексы? Как бы да, прикольно, но рексы мы уже мы выводили, и не раз выводили рексов. А вот гиг ни разу, ой, черт, чуть не нырнул. И еще что хотел сказать, если несложно, о, кстати, эти косточки же добываются, если несложно, то мне же нужно будет подводный мир, да, как-то вот это все дело туда тусоваться. Если несложно, напишите в комментариях, кого лучше томить для подводного мира. А, это соль всего лишь добывается, а это жаль, как говорится. Вот, кого лучше всего для подводного мира добывать, о, томить, господи, Кого лучше всего? Почему я у вас спрашиваю? Ну, как бы вы знаете лучше. Я бы, наверное, томил опять мегалодону. Вот прям опять бы мегалодону томил. Он маневренный, типа вверх-вниз, слева-право, все дела. То есть, как бы, легко управляем и так далее. То есть, я бы томил бы его. Но я хочу спросить у вас. Ну, реально, если вы знаете, есть мегалодону, то, как бы, можете ничего не писать. Вот. Если уже есть какие-то варианты, то напишите. Очень буду признателен. Ну и немножечко закрепим то, как ловить гигу.
как видите, уже здесь без ускорения. Слышим звук капкана. Хоп. И текаем. Здесь я валил Рекса просто. Рекса и Диморфодонов заодно. Ну, они тут мешались. Точнее, Рекс на них сагрился. И все. Все. Остается главное молиться, чтобы никто сюда не загрелся, пока я оглушаю это маленькое. Маленькое огромное чудо. Так, а вот ты текаешь до дома. Дебу! Вот жопочник! Просто ползет сюда магмозавр. Ты смотри-ка, а? Ну не козлина ли, а? Вот там 20 левел, конечно. А, да нифига, Стека с ним не справится. Ну ты посмотри-ка, а? Ну он не козел ли? Просто он уже на большом расстоянии сразу же стал выпускать огненный шар. Ну, понятное дело, он сюда тоже гасанет. Ну, походу дела, придется вызывать тяжелого боевую, ну, не технику, но живочку. Еее. Да уж. Нежданчик. Тик. Домой. Да, торпорчика, конечно, мы немножечко потеряли. Ну, бог с ним. Торпорчик мы накидываем сильно, много. Винтовочка хорошая, мне повезло. Поэтому, в смысле, она мне с дропа попалась. Поэтому, хорошо. Можем немножечко себе позволить. Это всяко лучше, чем нападут на спящего. Ну, а дальше обошлось без эксцессов. Ложится спокойно, спит, все дела. В общем, очень даже неплохо. Сейчас по-быстренькому похавают и 100% эффективности. Пиу, ладно, 99,9. Со скидкой. Так, одеваем седлышко. И вот у меня еще одна гигушка. Так, а теперь надо все это дело убрать. Засорять нельзя. Хоть локалка. Хоть не локалка. Так, и что у нас здесь по статам? Конечно, что-то здесь урон прям какой-то. Может, то, что там урон прокачанный, поэтому показывает такой урон. Ну, сейчас немножечко покачаем. Ну, хотя что, статы все равно изначально никуда не изменится, они всегда показаны. Так что, нормально. Урон... ну да, я ж только один левел апнул. Буром добыл... Вы помните, сколько я добывал, да? Все вот. Я буром добыл рога. Ну, короче, да. Переборчика их. И да, я подкачался немножечко, урон прибавился, не кисло. Но я до сих пор еще не помню, сколько конкретно у Гиги. Но я решил еще немножечко побегать. Ну, так, подкачаться. Тем более руну нашел, почему бы и нет. Ну, как бы да. Сколько бы я не пытался качать, когда у тебя природного плюс 39, а здесь 22, ну тут этим все сказано. У нее получается с энергией типа больше. Но сами видите, 406, а не, у него с энергией больше. Ё-моё, чем она лучше? А ничем, он по всем параметрам лучше. А, у нее скорость бега получше. Скорость передвижения. Ну и вес чуть-чуть, копейки. Ну, в общем, да. То есть, как видите, я на 10 левелов больше пунктов качал, а урон все равно намного меньше. Ну, как бы левела то тоже были. На сколько, на 15 меньше? Вот тебе и проценты. Ну, в любом случае, там и там R, а это уже неплохо. О, спасибо за яичко. Ну, это простое яичко, а сейчас будем делать не простое, а хорошее. А, поведение, включить спаривание. Ее, класс. Ждем. А пока надо сделать инкубатор. Так. Хобана.
подбираем. Через сколько? Через 38 минут. Ну, хотя бы одно потомство мы выведем. Это уже будет хорошо. Закидываем в яичко и смотрим, что там у нас получается. Так, температура. Как я там настраивать-то? Господи, уже забыл. Или на R нажать. На N нажать. Пам-пам-пам. Автоматик температура. Господи, что здесь с панелью-то? Чё с тобой? Так, ты у меня там инкубируешься? Ну, вроде как. Так, в любом случае, давай смотреть, что у нас тут. Просто там. Так, секунду, сделаем по-другому. Так, сделал скрины. Получается, допустим, здоровье. У бати 34, у матери 31. Пошел он в батю по здоровью. Вес 23. Это пошел в мать, вообще красава. Урон 39 в батю попер. Поперла. Ага. Вот, вообще огонь. Еда, ну это вообще пофигу, как бы. В батю пошел. Пошла. Будет прям голодать на диете, красава. Так, 35 кислород. Это в батю. Это лапа, что это? А, ну это инкубация. И скорость. Просто, короче, все нужные параметры по максимуму взяты от всех, кого надо. Энергия тоже в батю. Это прям что-то с чем-то. Прям клёво. Я, кстати, наверное, на экране вам выведу. Вот пока вот тут сверял. На экране, я думаю, наверное, во время монтажа главы не забудь бы вывести. Ну что, зря скрин делал. Блин, клёво. Клёво. То есть просто всеми параметрами прям как надо. Классно. Так, и... Управление температурой. Не, ну там же температура получается, у меня же автоматик. Или вот так вот должно быть поставлено. Типа автоматик, и он автоматически. Так, если... А, ну погоди. Ой, я всегда вот с этим... Вот легче было автоматик вкл-выкл сделать для таких дебилов, как я. Ну вот, допустим, если у меня включено спаривание... Ой, не то. Поведение... Вот, отключить спарринг, то есть я нажму и отключается. То есть, ага, то есть если я сейчас там нажму, то будет автоматически. То есть вот я вот так постоянно туплю. То есть если я вот так вот нажимаю, то будет автоматически. Ой, что у меня тут с кнопками? Почему они все такие плохие? Да, лучше не стало. Так, ну инкубация идет очень медленно. Хотелось бы, конечно, побыстрее, но бог с ним. Самое главное, что идет. Так, здоровье, что самое главное, в норме. Ну, вот что там успело поваляться, и все. Самое главное, что мне не нужно с этими, с факелами возиться и так далее. Просто супер. Инкубация. Это ты мне показываешь инкубацию, 41 минута будет? Етишки на радость. Где здесь на локалке ускорение нажать? Ой, ужасно. Ну, а с другой стороны, что? Я сейчас пока побегу, чем-нибудь позанимаюсь другим. Или посмотрю, что вообще мне нужно. К примеру, по луту. Ой, как же это долго. С Рексами было легче. Ну, если сейчас вылезет там двойня, это вообще будет огонь. Почему? Потому что у них у всех будут такие статы охрененные. То есть... Прям, не, конечно, я могу ошибаться, но вроде бы я не ошибаюсь, и они взяли все статы, именно это, самые лучшие статы. Ну, особенно урон, здоровье, самые лучшие статы взяты, скорость, что самое главное, взята от матери, и это лучший стат, это прям вот реально классно. Мне нравится. Ждем. Такс. Нажал на паузу специально. Так. О, кстати. Что такое? Я не то яичко подобрал. Так. И сколько у нас здесь? Времечко ждать. 30 минут. И погнали. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас... О, здесь тоже у нас все. Отличненько. Ну-ка, скин.
Так, секунду. Эх, вот все хорошо, все хорошо. А урон 22, а нужно 39. Вот такие вот дела. Так, с управлением. На-на-на-на-на. Кайф, 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 еще раз кайф. Так, вот это. Эффективность кормления. Естественно. Мне нужно мясо обязательно. Благо его хоть жопу жуй. Так, ну и... Вот тебя и вылупить яйцо. Ей! Так, на чё нужно... Так. А я забыл, на чё нужно... Ой. Блин. Не, походу он просто не цепляет его, потому что он должен вот на C, то есть у меня вот на Ctrl, у меня он не цепляет. Ну окей. Не цепляет, так не цепляет. Что ж поделаешь. Уделите внимание. Отлично. Тогда сделаем... О, кстати, точно. Есть же такая еще функция. Ну да, то есть он его вообще не видит. Ну, типа, ты чего, оборзел что ли? Гигу зацепить себе захотел? Ну. Так, тогда... включить. Вот. Пошло кормление. И ждем. Так, ну, кормление, собственно, вот, сразу же видно, как он распрыскивает молоко вокруг. Так, только давай тогда... Хоп, и вот сюда пойдем. Все-таки так будет намного лучше. Ё-моё. Застрял. Кстати... Хоп. Оно что-то срабатывает. Взросление увеличилось. Или... О, привязка 30%. Так. Братюнь. Ну-ка давай-ка еще мне один бутыль. А лучше два. Благо крови дофига. Етишкина радость. Сколько привязок дал? Обалдёшечки. Так. Ну-ка давай посмотрим. Так, привязанность. У тебя 30%. Ага. Сейчас я не могу юзать. Там, видать, какое-то КД действует. Окей. Ну, 30% это уже неплохо. Какое-то КД действует. Ну, давай посмотрим, что он потребует. Мне вот это вот интересно. Что же он такого может потребовать? С мейвингом, конечно, когда внутри мейвинга, это все легче. Там типа вообще насрать. Пробежался. О! Отлично. Привязанность 17%. Всегда бы так. 47% уже. Класс. Неплохо. Посмотрим, что будет дальше. О, блин. В этой суете не заметил, что здесь есть показ радиуса. Хе-хе-хе, классно. И можно скрыть радиус. Блин. Я видел же видос, думаю, ну блин, показывается же радиус. Какого фига, я-то не вижу его. А вот какого фига, его надо включить либо выключить. Да, бутыльчик все еще не прижимается, но ждем времечко. Клево. И, кстати, да, заметил, оглушение здесь просто огонь. 221 тысяча. У бати оглушение 140 тысяч, грубо говоря. У матери 126, грубо говоря, тысяч. В общем, да, по оглушению здесь тоже офигенно.
плюс привязка, это прям пушка будет. Плюс 30 к защите, плюс 30% к урону. Кстати, то яйцо я разбил, ну, потому что, а ну куда мне оно ее? Ну, блин, ну я буду выращивать, а там урон слабенький. Ну, прям сильно слабо. Ну, вы сами видите, вот урон 22 и 39. Ну, какая разница? Вот урон 39, и там был бы 22. Ну, куда как бы его? А, как говорится, как бы не было бы жалко, но, вот как бы так. Так, давай вот так вот отойдем. Чтоб не мешать расти. Здесь у меня еды дофигища, надолго хватит. И все хорошо. Пытаюсь периодичностью прожарить, мало ли вдруг прокнет, не прокает, и как вот, ждем. Додумался посмотреть вики, работает эликсир один раз, дает раз 30% как бы, и все хорошо. Знаешь, имея десмодус, который... Вот просто по щелчку пальца добывает 200 крови. Оно того стоит. Да даже не имея десмодуса, который бы по щелчку добывал 200 крови. 200 крови можно потратить, чтобы у тебя привязка плюс 30% было на халяву. Так что, да, оно того явно стоит. Ну, конечно, жаль, что один раз. Ну, пофигу. Опять-таки же, у меня локалка, мне легче. Но это как бы немножечко спасает ту ситуацию, когда он у тебя потребует какое-нибудь вяленое мясо. Черт побери, у меня нет вяленого мяса. Ох, сеструлька, не проси, пожалуйста, вяленого мяса. Ни одного, ни другого, у меня его нету. Ах ты ж, блин. Причем жареное есть, и, допустим, жареную баранину я сделаю. А вот если он вяленку попросит, точнее, она это будет четко жопа. О, кстати, 29 дней играю. 29 дней. У-ху. Сегодня какое число? 29. Ой, ну это 29 игровых дней. Ой-ой-ой. Так, жареное первосортное мясо. Отлично. Жареное первосортное мясо у меня есть. А вот с вяленым что-то надо придумать. Пока не попросила. Хопана! 17%, 63! Класс! Ладно, ждем. Фу, фигня! Он работает от бензина. Я думал, он только от генератора работает. Значит, фигня. Делаем 10 этого. И 20 этого. Ну, почему 20? Потому что он потребует у меня ресурсы. В общем, короче, по десятке вяленки. Как нафиг нефиг. Кстати, а сколько она будет создаваться-то у меня? Ну, блин, я играю на локалку, у меня фигня, я же его построил-то уже давно. Так что времени полно, может хоть что просить, только единственное, что еще надо баранинку пожарить, и вообще будет хорошо. Не очкуй, не тебя. У меня есть баранина. И вот у меня стали появляться яйца Мэвинга. Да, потихонечку собирает их, ну пускай собирает, почему бы нет. И все как бы замечательно. Где у меня баранина? Вот у меня баранина. В общем, по идее, у меня есть все, что может попросить. Эй. Отсраная печка. Она баранину не жарит. Где костер? Жарко, варка, все дела, идет полным ходом. Ну а у нас остается 20 секунд для того, чтобы уделить внимание нашему питомцу. Да, это локалочка, это клево. У меня настроечки сделаны так, чтобы у меня это проходило не двое суток реальных. Вот, поэтому, да, потихонечку, полигонечку, но быстренько все это дело делается. Обычный корм, вот к чему я был не готов. 100%. Обычный корм. Обычный. Ой, кайф. Так, подожди, это куда ты там залез? Ой, ёб твою ж за ногу. Вот про это-то я и забыл. Чу-чу-чу. Но благо у меня есть Мэвинг, который дал обычное яйцо. Ху-ху. Это я простой сделал.
А мне нужен был обычный лошар. Я их вечно путаю. Прям без шуток. Я всегда путаю обычный и простой. Прям без шуток. Ну, благо, есть и то, и то. О, господи. Причем реально без шуток. Я всегда его считаю. Белый всегда считаю обычным. По идее, еще два раза надо кормить. То есть, как бы вот по 17% это типа еще два раза кормить. Ну, блин, я не знаю, что он будет. Что он потребует, я не знаю. Но надо делать, короче, еще. Еще нужно обычный делать, это понятное дело. Яйцо динозавра, понятно, нету. Вот это. Жареная рыба. О! Жареной рыбы у меня нету. Яйцо динозавра нужно сюда. Острый настой. Здесь у нас похлебка. О, кстати, я такие могу делать. У меня же там яйцо гиги теперь появилось. Острый настой. Обалдеть. Вот к этому я не был готов, честно. Долбанные киблы. Но, благо, обычный корм только был нужен. Ну и обычное яйцо надо. Где-то найти. Тем временем уже идет третье спаривание. Ну, сами понимаете, видос уже снимаю часа два. О, кайф. Блин, давненько уже таким не занимался. Но растет, растет не по дням, а по минутам. Вот, 80%. Блин, я очень рассчитывал, что больше никаких киблов не потребовать не захочешь. Вот, жарят бараньки, давайте принесу вяленого места. Хочешь вяленого места? Давайте принесу вяленого места. Так, пожалуйста, не проси киблов. Эксклюзивный могу дать. Хочешь эксклюзивный? Прям вообще будет огонь. Отлично. Скоро еще одно яичко и посмотрим, что же нас там будет ждать. Я прям очень сильно очкую того, что может там вылезти. Ну и как видите, я теперь реально, вот кроме киблов, я ко всему готов. Да уж. Так, ну я думаю, этого мне достаточно хватит. Кочегарю тут вовсю, я тут уголь добываю, ну, точнее, делаю пока что. Селитру поставил на создавать. Ну, пускай создается, думаю, чё мне? Камня, кремня дофига, два станка стоит, простаивает. Пускай добывает. Ну, и что, ты меня порадуешь? Пока еще нет. Оп. Классно. Подбираем. Через 21 минуту? Да нифига себе ты, короче, в этот раз прям красава. Минута 20, успеваем. Здесь, как помните, я уже сказал, что я его убрал, то яйцо. Урон 39, классно. 39 урон, здоровье 31. А здесь у тебя здоровье 34, вот здоровочка поменьше. Ну, зато урон 39, что самое главное. И также девчонка. Жаль, конечно, что не пацан, тогда было бы еще круче. Ну, их тогда можно было бы спаривать и выводить уже третье поколение. Но, кайф, камон, урон-то, тоже 39, а это хорошо. А, ну и, кстати, да, тут еще помимо этого был бы тогда шанс на, типа, семейные узы и все в таком духе, то есть тоже было бы неплохо. Но. Пока что все идет хорошо. Выводить я, кстати, буду потом, когда у меня будут киблы. Но я уже понял, что надо мейвингов. Прям мейвингов надо много-много. Чтобы, ну вот, что у меня на Генезисе втором, да, было куча мейвингов, когда я мейвинговую ферму сделал. Да, нужно будет делать то же самое. И пару часиков просто в АФК режиме посидеть. Так, что попросишь? Вот ты специально, да? Простой корм попросил. Ну что ты за создание такое? А я не могу сделать простой корм. У меня нету яичек. Яичек нету. Это плохо. Мэвинг не вывез яички. Беда. А, подожди. Простой корм. Это еще хуже.
Это то, что я и до этого создал. Жареная рыба! Серьезно! Я забыл про это. Хорошо, что я гигой залез в эту на водичку и туда сегодня немножечко покачался. Слышь, ты жареную рыбу не хочешь готовить? Ты охренел? Серьезно? Так. Дерево. О, давай все. Откуда на бронтозавриях? И знать не хочу. Но дай мне жареную рыбу. Как я забыл о жареной рыбе? Но простой корм это хорошо. У меня есть яйцо на простой корм. А это значит почти 100% будет. Почти 100% тут уже будет зависеть от того, какая там будет вторая фаза кормежки. Так, простой корм. Хлопись! Так. Погнали! Есть! Ох, это как будто лёг, ты меня жестко спас. 30% он просто прибавляет и меня жестко спасает. Да, 3% это как бы не 100%. То есть 97 это не 100%, 3% не хватает. Но, камон, вообще насрать. Поверьте, я был готов и к худшему. Так, здесь ему не выводится. Мейвингов нужно будет томить без вариантов и в большом количестве. Ты выключишь, все равно не работаешь. Гриль нужно будет сделать. И... О, кстати, у меня дерево, получается, же было в инвентаре. Я тупой. Ай. Вот, в общем, нужно будет томить кучу мейвингов. Классно. Куча мейвингов томить, твою мать. Будем делать мейвинговую ферму. Ну как? За кадром буду делать. Последние 7 минут. Ждем. И надеемся на лучшее. И, кстати, да. Я только сейчас заметил. Виталий, сколько хп? 108 тысяч. Кстати, мне интересно, а как они... Вот у меня даже вот охота вот сейчас вот я заскриню. Статы вот эти. Оглушение... 306 тысяч. Вот, заскриню эти статы и посмотрим. Ну, вам на видосе легче. Вот, а мне потом во время видоса нужно с чем-то будет сравнить. Что будет после того, как он вырастет. Ну и что же нас ждет? Давай, чуть-чуть, еще чуть-чуть. Ты серьезно? Обычный корм. Обычный корм. Ну, я так и думал, что что-то пойдет не так. Ну, блин, ну обычный корм это... У меня нету яиц на обычный корм. Печаль, беда, страдания, уныние. Но нету у меня на обычный корм ничего. Да, у меня типа есть там... Можно какие-нибудь вариации типа моды поставить и так далее, но... Увы. Я это не хочу делать. Вот единственное, что... Вот это посмотрю, что это такое. Я забыл, как она... Что она делает. Я тоже это наготовил, короче, себе на... Натомление мейвингов. Ёпарасы, так она ставится. И что у нас... Здесь... Нет, ты работаешь только от тег-генератора. Да, ты так не запускаешься. И вот как бы я... Да, эта кибловарка, она работает, но она работает только от тег-генератора. То есть она работает на любые яйца, на любых яйцах она работает, но она работает только от тег-генератора. Пум-пум-пум. Короче, да. Ну, 97%, я так скажу, тоже хорошо. Я, конечно, сейчас еще постараюсь погонять, поискать. Времени еще полно. Вот. И есть варианты, что я где-то найду корм, яйцо для обычного корма. Вот. Времени у меня, как видите, еще до усрачи. Дофига. До полного взросления. Так что есть на это время. Да. Надежды немного зато. Хотите прикол? А он меня...
У меня появилось яйцо откуда, короче. Откуда-то оно появилось. Я вообще хотел проверить вот это. Типа, каким яйцом считается. Но... Братан помог. Братан вынес и нужное яйцо. И именно нужное яйцо вынес. И, это прям что-то с чем-то. Да, вот теперь у меня 100%. И просто... Оп, сейчас сделаем скринчик. И все, остается только ждать, и когда шум вырастет. Обалдеть, просто тупо повезло. Но я, кстати, так и не проверил, каким он в итоге является. Чем он является в итоге? О, кстати, точно, я же могу по-другому проверить. Берем яйцо. Вложим сюда. Просто у меня же там яйца, да и на них валяется-то в больших количествах. Ну как больших, но валяются. О, он является... ну, понятно, короче. Ну, допустим. Пускай дальше валяется. Да, у меня 145 левел, ну, блин. Их я буду томить на других картах. Выводить и так далее. Почему? Ну... На каждой карте есть свои уникальные мобы, а в данном случае Динесы. Поэтому на каждой карте буду именно своих. Здесь своих, на... Кристалке они? А, не, на Вулгуэра. Уже там и буду выводить именно их. Да, остается только долго, очень долго и нуторно ждать. Так... И еще одно яичко. Давай посмотрим, что из него. Точнее, что в нем находится. Точнее, кто. Ну, во-первых, также девчонка. Ну, блин, опять урон. Опять урон 22. Вот через одно. Через одно. Поэтому уничтожить. Оставил только нужное. Ну, вот как-то так. Через одно яйцо нормальное. И остаются считанные секунды уже. Фу, как же это долго. Как же это было очень чертовски долго. Ну, клево. Не, конечно, спасибо Мэвинку. Это прям вообще... Ух, супер просто было. Так, что по характеристикам? Ну, я имею в виду с последним яйцом, это прям вообще было супер. По характеристикам. В общем, как в детеныше было, так в детеныше и осталось. Точнее, вот, да, обновляем. 39, 31, все то же самое. Да, то есть, как бы разницы никакой нет. То есть, если в привязку делаешь, то вот это увеличивается, и ты сразу же, уже сразу видишь, что, как, да где. Но, я хочу проверить. Ой, какой он быстренький. Обожаю. Гиги, они очень медленные сами по себе. Но честно, я не знаю, то ли настройки у меня такие, то ли что, но когда я их вывожу, они чертовски становятся быстрые. 1500 урона. И это он еще не прокачанный. На ускорялочке. 3000 урона. Это же был стега. Стега же они урон гасят половину. 3, мать его, за ногу сраных 1000 урона. Обалдеть. 3000 урона не прокачанный. Так. Ну-ка давай, вот этот, который наш самый прокачанный. Прям сразу такой медленно, потихонечку. 4000 урона, но он прокачанный. Это неописуемо. Вот без шуток, это неописуемо. То, насколько это клёво. Естественно, все качаем в урон. 1400%. 1400%. Ух, это супер. Да, да, настройки, все дела, бла-бла-бла. Кстати, да, я уже был готов лететь на
Этот остров. Там анкилки водятся. Мне нужны были яйца анкилки, получается. Но Мэйвин спас меня от безумных поисков яиц. Прям вообще конкретно. Конкретно прям спас меня. Ё-моё, вот это кайф! Столько урона, это что-то с чем-то. Прям без шуток. Это прям кайф. Это прям 1700. Это сейчас... О! Братаны, стоять, чуваки! Дай покажу. 9000. Вот. Я доволен, честно. Я гик не выводил. И как бы, да, не спорю. Это прям вообще несравнимо с... Вот ощущение вот от этой силы мощи, это совершенно несравнимо с Рексом. Рекс, да, Рекс прикольно, но это совершенно несравнимо. Когда вот эта вот большая боевая машина... Кстати, если вы знаете из-за чего, вот у меня только на локалке вот они вот так бегают. И реально, диносов, когда выращиваешь, они становятся, начинают бегать быстрее. Я это не знаю. Ну, то есть, как бы вы на серверах играете, вы знаете, что, допустим, если вырастить, то он, да, он выращенный становится бегать быстрее. То есть, вот, скорость передвижения у меня, видите, 220%, и это я их ничего не прокачивал. Вот, если это так, это клево. И реально вот гигу выращивать, это... Блин, я теперь понимаю этих людей, которые гиг выращивают. Вот такая скорость, оно того стоит, потратить столько кучи сраного времени для выращивания. Альфа! Сотка! 10 000! Твою мать! Это неописуемо. Блин, какой кайф. Кстати, а как эти гачи работают? Кто-нибудь знает? Гача Клаус. К ним можно в инвентарь посмотреть. Я за ними лазил, ходил, тусил. К ним вот можно в инвентарь посмотреть. Здесь пусто. За ними ходил. Они ничего не сбрасывают. Пытался что-нибудь кинуть под ноги. Он не подбирает, ну как обычный гача, чтобы это посмотреть, что он там дропнет. Без понятия, как они работают. Вообще прям 13 000. Ёб твою за ногу. Классно. Классно. О! Яйцо. Яйцо, яйцо, яйцо. Яйцо, яйцо, яйцо. Разово. Так. А ну-ка разойдись. Это что, на обычный корм, что ли? Обалдеть, вот это троллинг. Ай, блинский. Кстати, надо Мэйвинг же вырубить. Братан, все, чувак. Отключай кормление. И... А, ну все, отлично. Блин. Погоди. Фух. Вот я... А, ну все, понятно. Фу. Вот бы я сейчас бы это... У меня сейчас как бы пердак бы подгорел бы от того, что... Что? Какого фига? Все дела. Кстати, смотрите. Он все до сих пор лазит здесь. Нажимаем У. Видали, сколько он добрый сделал за это время? Он, короче, это просто машина какая-то по созданию удобрений. Прям кайф. Чувак старается... О, еще яйцо. Чувак старается как может. Так, яйцо. А, ну вот, собственно, обычное яйцо. Вот. Я говорю, Мэйвин... Вот, ну вы видите, да? Я уже прям готов уже Мэйвингов идти томить. Прям вообще. Потому что их нужно много. Их без вариантов нужно много. Они клевые. Класс. Вот такие вот народ дела. Ну а что я могу сказать? На этом уже все. Вот такой у меня гигл охрененный просто получается. Под 15 000 урона. Да, это... Ой,
Ой, бла-бла-бла, настройки сервера, да вот насрать вообще, а мне клево. А я наиграю на локалке, могу себе позволить. И, кстати, это я еще мог бы себе позволить сделать урон-то и больше, где у меня просто с кулака бы я бы всех убивал. Ну, кстати, если сделать так, то ударив по дереву, ты сразу же автоматически сдыхаешь, так как урон... ты по себе тоже нанесешь офигенно. То есть, если ты случайно почему-нибудь кулаком ударишь, ты сразу пуф, вздыхаешь. Это я случайно как-то настройку такую сделал. А, или случайно, или специально. Хотел посмотреть, как... Ну, то есть, сначала построил, сделал случайно чуть-чуть, а потом решил посмотреть, как это будет там овер дофига. Как жахнул там. Пуф, в общем, как-то так. Мог бы сделать настройки, но настройки у меня просто одиночной игры. И вроде бы 2x одиночной игры. Ну, вот что-то типа того. Там типа одиночная игра, она еще увеличивает немножечко урончика. Такие вот народ дела. В общем, все клево, все здорово, мне все нравится. Будем растить, будем выращивать. Ну и будем, я думаю, на боссов ходить, на мини-боссов. Посмотрим, сколько там вообще чего нужно для них и так далее. Вот. Ну а на сегодня уже все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забудь подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. Да все, всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра, всем пока.